Юра, вот скажи мне, вот что бы ты поменял в шоу группы «Адовый мужик»? В шоу? Да. Я бы туда, блин, пару баб голых взял бы. А, тебе не кажется, что тогда это было бы коррозия металла? Ну, там можно что-нибудь с ними придумать было бы, нахуй. Пострашнее, чем коррозия металла. Может, не голых баб? Может, голого агыгу выпустить? Ну, совсем. И в красный цвет покрасить. Кого, агыгу? Нахуя? И роги приклеить. Дьявол, блядь. Голый, злой, блин, там, блин. Поболтаем. Нахуя ты, блядь. Ты видал у грача какие фантазии, блядь? Голый дьявол должен на сцене, блядь, плясать, блядь, и болтом трясти. Вот это, да, бы не помешало в шоу? Да вообще охуенно. Вон, не, он бы смотрелся. А под куполом цирка там какие-нибудь гимнасты, ничего такого не надо? Или там... Гимнасты под куполом. Акробатцы. Акробаты. Карлики такие. Карлики? Да, да. Карлики-боксеры. На ножках там раз, блин, там кружатся. Кружатся, курят, кружатся. Лапенки маленькие, блин. Лапенки. Лапенки маленькие. А может на сцене на подушках драться? Файтинг на подушках. Прикольно бы. Да, перья полетят. А мне свинца подзалить чуть-чуть. Пожестче было. Вы там поубиваетесь это друг друга. Ну, я бегаю быстро. А то, прикинь, подушки проспороть, как начать ими ебашиться. Перья полетели, вообще круть. Клеем друг друга плевать надо. Чтоб перья прилипали, чтоб выскочил, блядь, как петух, нахуй.